С вами Slayer. Ну и сегодня мы будем играть в WWE 2K22. Ну, я даже не знаю, какую возьмем. Я даже не знаю. Но, допустим, вот это что ли? Я пока подумаю над выбором персонажей. 2000 years later. Ну вот, короче, я решил выбрать, и в итоге что получилось? В итоге получилось храбрый воин против, допустим, это Даня Милохин. А вот и вышел наш легендарный человек, который будет нас избавить от сия кринжа всего. Вон какой, смотрите, с мечом. Вай какой. И он прям как будто сам указывает. Люди, дорогие, хватит смотреть на сей кринж. Пора избавиться от ТикТока. И от тиктокеров тоже. И идем. Такой важный, как хуй бумажный. Он прям будто сам указывает. Люди, хватит со всей кринж смотреть. Давайте. Ну, извиняюсь, что прерываю, ибо суть дела в том, что придется без заставки, потому что вылетела видеокарта. Так, наша главная задача — избавить от сия кринжа. Вот так. И вот даже так. Блять. Ай! Чё? Хлынил? На! На! Нахер ты! Раз! Ах ты! На! Чё, хлынил? На! На! Вот так вот. Вот так вот. А ну... На! Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Нечего было затмевать мозги детишкам нашим. Понял, гондон? Ну, если честно, я подожду пока что. А я пока... Посъебал. Фигушки. Вот. Чё? Охренел. Так, надо что-то делать. Блядь! Охренеть, души! Из-за такого, как ты, произойдет на! Произойдет апокалипсис! Из-за тебя! Бегемотика Бонди съел! Да кто это? Нихуя ты. Ты чё? Я вижу, ты самый дерзкий. Ну, по нему сразу видно. Ах ты. Ай. Да ты охренел, наверное. Ай.
Ах ты! Ты! Что, обнаглел? Хитрожопая ты крыса. Хитрожопая ты крыса по имени Милошкин. Так, извините, но это надо. Да ты что, охуел, бля? А то подумайте, что я идиот. Вот, блин, нас обоих сейчас выкинет. На! Чё? Охренел? На! 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 А мы пока... Раз, два, три. И мы смогли таким образом победить Кринж. Но не полностью. Надо кое-что сделать. Давай, вставай. А ну встал. Так, ты, давай, встал отсюда. Охренел? Так. На. Вот так. Very good. Ну ладно, что могу сказать, сойдет. Вы понимали, из-за большого количества хейта этому фрику из ТикТока пришлось нанять охрану, точнее телохранителей, которых состоят тоже из каких-то непонятных фриков. Один вообще какой-то хуй пойми кто, другой вообще босиком ходит, вот посмотрите на него, такой как-то блин, блять, ну это правда ебанутый фрик какой-то, скажу честно. Очень страшный фрик, блять, как... Его боялась вся страна. И вот эту девку тоже боялась вся страна, потому что она является подругой этого фрика. Такой важный, какой бумажный идет. Такой выходит, выходит. Такой. И такой, я стану известным по всему миру, в том числе в США, такой. Наснялся тиктоком для детишек, блядь. Чё он делает, блядь? Чё он делает? Я нихуя не понял. Ебать, какую-то хуйню он исполняет, скажу честно. И он ждет своего самого заклятого врага. И это никто иной, как тот самый спаситель. Стоп! Ну, ребятки, ну, так начинается вот, наконец-то началась вторая битва. Уже против Кринжа на этот раз. Напарником этого фрика будет какой-то Тарзан. Вот такой. Не щадим никого. Не щадим тиктокеров поганых. Ай, блядь. Ах ты, Тарзан, блядь. Тарзан, нахуй. На. Ебать, а чё его стукнул? Ебать, и вправо. Чё, хренил? Вы чё, хренили? Поддерживаете этого красавчика. Я вас... Я, значит, избавляю вас от кринжа всего, а вы его ещё и поддерживаете. Чё с вами не так, люди? А. Нет. А где ваш твой это димыч да подабум, а? Больно. 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 Больно, наверное. На! Чё? А-та-та-та-та! На! О, здрасте. А!
Оседлай ты меня решил, ган... Погодёныш, ты хренов. Избавляемся, избавляемся! Это Тарзан решил меня уебить! Но этого не позволю! Да. Что ты сейчас сделал только что? На! Вот так! Меня даже как никакой другой от этого фрика меня не победит. От слова совсем. То это, то телохранитель какой-то Тарзан, то этот фрик, то эта девка хер пойми. Стоп, куда она исчезла? Я не знаю. Ладно, ну все же! Крик победы совершим! Very good тоже.